Хоккейный клуб «Челны» завершил серию выездных игр в Барнауле против команды «Динамо Алтай». Из 4 встреч выиграли половину и 4 очка положили в копилку. Увы, заключительная, 4-я, которая прошла накануне, завершилась для дружины Мусакаева поражением. Вратарь хозяев ледовой арены заработал сухарь. Счет 0-4 в пользу Барнаула. Хорошая серия, хорошие игры. Мне понравились. Результатом я доволен. 50% очков из Барнаула, я думаю, не каждой команде везет. Сегодня по счету, конечно, не очень хороший счет для нас. Но, тем не менее, все равно ребята играли, бились. Не скажу, что готов. Мы довольны результатом. Все-таки наша команда претендует. Если мы претендуем, мы рассчитываем на завоевание кубка, то должны уметь переламывать такие игры. Впрочем, на Кубок Федерации претендует и хоккейный клуб «Челны». Сегодня ребята выехали домой из Барнаула. В набережных Челнах они начнут готовиться к первым домашним играм в этом сезоне первенства ВХЛ. 16-17 октября их соперником станет хоккейный клуб из Чебоксар с одноименным названием. Чувашские «Богатыри» пока находятся на первом месте турнирной таблицы.